В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Бывает, что окружающие не понимают их и нередко упрекают в гордыне, надменности и черствости. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Носители этого имени отличают замкнутость и упрямство. Им необходимо получать любовь и признание от окружающих. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.